Hetman Partition Recovery – программа для восстановления удаленных данных от компании Hetman Software. Hetman Partition Recovery восстановит файлы, утерянные после очистки корзины или удаленные без ее использования. Программа восстанавливает данные после форматирования, удаления логического раздела. Утилита с легкостью восстановит информацию с недоступных, поврежденных и битых дисков. Для начала работы кликните на диск, с которого были удалены файлы. Вы можете выбрать не только логический раздел, но и физический носитель информации для поиска файлов. Быстрое сканирование позволяет восстановить данные за считанные секунды. Однако полный анализ находит и восстанавливает всю информацию, какую только возможно. Укажите способ анализа и нажмите «Далее». После окончания сканирования программа построит структуру каталогов диска. Удаленные файлы и папки помечены красным крестиком и размещены на том самом месте, откуда были удалены. Вы можете выделить и посмотреть содержимое удаленного файла перед восстановлением. Для сохранения файлов выделите их и нажмите кнопку «Восстановить». Программа позволяет сохранить файлы на жесткий диск, записать на CD-DVD-носитель, создать виртуальный ICO-образ или выгрузить на удаленный сервер по FTP-протоколу. Не сохраняйте файлы на тот диск, с которого они восстанавливаются. Это может привести к перезаписи информации. Во время сканирования утилита работает только на чтение информации, что защищает важные данные от перезаписи. Для работы с битыми дисками необходимо свести к минимуму количество чтений с носителя информации. Hetman Partition Recovery позволяет создать виртуальный образ носителя, содержащего утерянную информацию, и продолжить безопасное восстановление данных с образа. Программа скрывает всю сложность и кропотливость процесса восстановления данных с помощью пошагового мастера. Это позволяет быстро освоить работу с программой даже неопытному пользователю. Скачайте программу Hetman Partition Recovery с сайта hetmanrecovery.com и восстановите удаленные файлы прямо сейчас.